прекрасная девушка Маргарита. Мы услышим в исполнении Варвары Канаевой две арии Маргариты из двух разных опер на сей раз. Первая – это опера Гуно «Фауст», и прозвучит ария с жемчугом, а вторая – это ария Бойто «Мефистофель», и прозвучит ария Маргариты. Но Маргарита предстает в двух совершенно разных ситуациях, в разные моменты своей жизни. В первой арии она...